Неожиданный пассажир. Рейс авиакомпании Air France из Бамако в Париж был задержан на 48 часов из-за мыши на борту. Пилот посчитал, что грызун может перегрызть электропроводку, поэтому рейс отложили. Ловили мышку долго, поэтому, когда наконец поймали, вымотались настолько, что теперь уже членам экипажа требовался отдых. У авиакомпании не оказалось достаточного числа сотрудников в Бамако для того, чтобы вылететь раньше. Правда, пассажирам за задержку пообещали компенсацию. А представитель Air France в очередной раз напомнил, безопасность пассажиров – основной приоритет компании.